Все, кому посчастливилось работать с Валерием Юрченковым, говорят, это был не человек, а мозговой центр. Столько об истории Мордвы не знал никто. Он сумел убедить всех в исторической значимости нашего народа. Теперь имя профессора часто вспоминают, когда говорят о праздновании тысячелетия единения мордовского народа с народами России. У нас получилось показать, что Мордва – это не просто вот что-то на бегу, да? Это достаточно серьезный народ с большим историческим прошлым, с большим культурным пластом исторического наследия. И все, что мы показали это не на уровне России, мы показали на уровне мира. И это было воспринято, это было оценено президентом нашей страны и руководством нашей республики. Памяти Валерия Юрченкова посвятили научную конференцию. Приехали именитые ученые и аспиранты из 16 городов России, а также из Беларуси. Лекции прошли в 4 секциях и охватили различные исторические периоды. Все участники были лично знакомы с Юрченковым, работали вместе или учились у него. Он был всем понятен и многим полезен. С 2001 по 2017 годы профессор руководил научно-исследовательским институтом гуманитарных наук при правительстве Мордовии. Институт из обычного регионального института стал центром исторической гуманитарной науки России. При его участии много фундаментальных проектов было выполнено учеными института. Это история Мордовии, 20 век. Культура Мордовии, археология Мордовского края, мифология мордовская, мордовские словари, мордовские языки, свод материалов и документов по истории и культуре Мордовского края, Мордва России и многие другие проекты. Лучшим изданием университета называют энциклопедию Мордовии, которую составили и в 2005-м издали под руководством Валерия Юрченкова. В 2016 году еще одна фундаментальная работа – книга «Финно-угорские народы России» вышла на 2 языках – русском и английском. Работа удостоена Госпремии Мордовии. Большой российский ученый, отличный популяризатор. Он создал множество произведений, в которых история дышит событиями и людьми. С одной стороны, глубокая исследовательская проработка темы, а с другой стороны, рассказ об этой теме, эпохи, там, 17-18 век, крестьянские войны. И настолько он очень убедительно и ярко об этом пишет и об этом говорит, потому что вот 10-й канал тоже очень хороший проект был с участием Валерия Анатольевича, в котором рассказывается о известных событиях, связанных с Саранском, с Мордовией, выдающих личностях российской истории, очень ярко. Короткие фильмы об истории Мордвы, которые придумал Юрченков, востребованы в школах и вузах. Все, к чему стремился ученый, сделать историю финно-угорского народа интересной для всего мира. И у него получилось. Олеся Плакиткина, Артем Руденко. Наши новости.